Добрый день всем. Сегодня хотела рассказать о семена льна и как я его использую, что с него я делаю. Семена льна – это уникальный натуральный продукт. В составе семена льна омега-3 и также полезных вот жирных кислот имеется. Вот благодаря этой жирной кислоте семена льна вот помогает расщеплять вот жировые отложения в кишечнике, ускоряет обмен веществ. Его нужно принимать курсами для лечебной вот цели. Если принимать, курсами нужно принимать. Или курс 2 недели, смотреть для чего принимаете. Или же 1 месяц. Потом нужно сделать перерыв. Если его регулярно принимать, вот она снижает уровень плохого холестерина в крови. И также вот снижает вот в крови сахар, артериальное давление снижает. Вот таким образом снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Его можно принимать как семена, можно вот перемолоть через кофемолку. Вот таким образом сделать с него мука, вот таким порошковым виде принимать. Также семена льна уменьшается воспалительный процесс, если его регулярно принимать. Если вот его принимать хотя бы вот 2 недели, вы избавитесь от хронических запора. И также она улучшается, вот если его регулярно принимать, улучшается состояние кожи. Прямо сразу заметно уменьшается вот отечность кожи, уменьшается вот угры, если угры есть, вот какие-то сыпы на кожах, тоже исчезает, вот кожа делается увлажненным. И также, если его принимать регулярно, очень хорошо очищается кишечник, и вот это, вот за счет этого для похудения прямо очень хорошо помогает, прямо живот исчезает на глазах. Его можно принимать вот с водой запивая, вот взять ложку утром на голодный желудок, вот порошок, или же вот так семена запивать с водой. Но она очень хорошо сочетается с кефиром или же йогуртом, или вот другим вот кисломолочным продуктом. Вот для похудения как его можно принимать? Ну, можно брать вот столовую ложку вот порошка на стакан кефир, добавить, перемешать. И вот на голодный желудок его можно по утрам принимать. Или же можно вот такой семена. Если семенами, вот целиком вместе с семенами принимать, еще полезнее. Но так я его не могу принимать. Я всегда измельчаю вот через кофемолку. И вот в таком виде, измельченном виде принимаю. Но если его вовнутрь принимать, нужно вот так. Если у кого-то щитовидные какие-то болезни, нужно посоветоваться своим врачом. И вообще, если кто только начинает его принимать, нужно с чайной ложки начинать, вот принимать нужно. С него можно приготовить как настой, так принимать. И также можно с вечера вот взять столовую ложку семена льна, положить в стакан, залить туда холодную воду, пусть до утра настаивается. Вот я всегда так делаю. А потом я его пересаживаю вот в стакан. Такого, как кисель получается. И утром на голодный желудок принимаю. И еще можно до кипения довести, где-то 2 минуты на медленном огне прокипятит, потом просидит. И так можно принимать. Но я считаю, что вот так полезнее. Вот так я с вечера ставлю с холодной водой, она настаивается до утра. Утром я пересиживаю и принимаю. И также я с него вот маска для волос делаю, для поласкивания. После мытья головы вот я беру 1,5 столовую ложку вот семена льна, добавляю туда розмарин и лавровый лист. Довожу до кипения, где-то 5 минут прокипячу, вот так пересиживаю. И после мытья головы с этим вот отваром намазываю всю волосы, начиная с корня, кончая до кончика. И держу 5 минут, ополаскиваю потом. Очень хорошо волосы, прямо на рост, на ускорение волос, на рост помогает. И также есть от облысения. Вот после него новые волосы, прямо заметно, что новые волосы растут. И волосы делаются шелковистые, послушные делаются, так и увлажненные. И также из семена льна разные-разные маски можно делать. Своим маскам вот я добавляю
Вот беру прямо порошок, можно какой-нибудь на блюдо, на второй блюдо сверху посыпать, и вот так можно покушать. По-разному можно покушать. Можно с водичкой, с кефиром, с йогуртом. Это само собой. С чем хотите, с чем будете принимать, с тем она и полезна. А кроме маски, вот какие-то лосьоны вот, для протирания кожи, я вот также вот такой жидкость беру, которая вот получается вот, добавляю туда вот сок лимонный, и по вечерам можно вот намазать на кожу лица на 20 минут. Тоже очищает вот пигментацию, и кожа делается увлажненным. Так что семена льна — это продукт уникальный, натуральный продукт. Пользуйтесь. Желаю вам всем здоровья, красоты и всего вам доброго.